Добрый день, мои дорогие друзья, добрый день, уважаемые подписчики, гости канала «Наш Санкт-Петербург», немного обо всем, женская сумочка. Я сегодня тут влог снимала, вот, и решила вам записать поздравление с Днем России. Ну, нелегкие, что сказать, нелегкие времена у нас сейчас. Ну, я думаю, что вот то, что так много всего, да, это шелуха такая, шелуха осыпется. Я думаю, что все будет нормально. Хочу пожелать всем здоровья, добра, счастья. Всем пока-пока.